Так, следите за грифами в первую очередь, наверное. Надо Коста с кувалдой определить. Коста будет прыгать вниз и убивать всех. Смотрите, чтоб я вас не взорвал. Блин, ну это, кстати, тоже. Потому что этот динамит, он убивает. А, через... надо почитать, через сколько он взрывается. 6 секунд вроде, да? Как и граната. Страшно, что делать? Он уже ошибки там ломают что-то. У меня тоже. FPS это перестал. Это лик не видно, блин. Ага. Пью. Такое ощущение, как будто оно кто-то из рук сам записывал. Ай, пью, я вниз, блядь, провалился. Пью. Звук взрыва потрясающий. Аккуратней тут. Не, реально, ощущение быть, как будто оно кто-то сам, но эти звуки бы записывал. Конечно. На микрофоне. За 100 рублей, блин. Пью. По кому вы стреляете? Пью. Да вообще изи. Я еще ни одного стрела не сделал. Ой. Как они хорошо полетели. Из скалы, а, из калаша надо пострелять, точно. А из дробовика дайте стрельнуть. Я, видишь, я все попал, все динамиты. У меня они там закончились. Ааа! Разбирайся, я плохо кинул. Вытяру. Всю квартиру. Сейчас ночью был. Нифига себе, на этом деревне уже на динамите, блин. Для Экс сколько бежит тут. Яму. Да. Главное мне не упасть. Ой, Вальтер, ты валуешься. На крышу кинул динамит. Реально, когда он так вот бросается, так страшно реально, я думал. Ты что, свалился?
Да, так и думал, что хоть и паду. Но на один голове динамит. По идее, если ты к лестнице прибежишь, то ты сможешь полезть. Да, беги к лестнице. Я тебе даже помогу. Ой, у меня кубы быть работают. Нормально, я поставил. К лестнице, если сможешь. И мы гранату туда кинем. Если попадем. Не жопа, а праздник. Так, сейчас. В хату забегай. Надо дверь закрыть. Пытайся пробраться в хату. Да у меня много еще гранат. Опасно под лагерь. Прикрываем. Хочешь, чтобы тебе веселее было, в тебя коктейль кину? Давай. Но мне там ничего не дать особо. Ой, как! Хорош! А что вы там сделали? Ну я в себя море кинул. Бля, меня уже приспали крутины. Да? Ну не с первого левела, ну вообще крепкий. Там и собаки бегать начали. Хорошо, собаки не умеют по лестнице влазить. Вы ко мне, Сова, но подойдите, подойдите, чтобы все, ну, они ко мне, блин, бежали. Я буду тут отстраливать. Ну, не знаю. Лан как бы не особо надежный. Да. Вообще, если у тебя есть кубы, то ты можешь поставить и забраться. Я проваливаюсь. А? Ну, сквозь... Ну, у меня было, ну... Ну, и чё... 10 кубов, но я ну, их поставил и под самый конец провалился. Понятно. Мой FPS. Ну вы главное, ну мне, ну, мне динамит не кидайте, блядь, под жопу. Хотя бы. Закончился, к сожалению. Ой, или к счастью бы для меня. Ой, блядь! Следующий. О, теперь нормально, а то прям на это кинул. На прутья. Да ты чеку, наверное, забыл выдернуть. На правую кнопку. Так она будет очень долго взрываться.
Стрельни по ней. Нажимаешь левую, потом на правую? Не, сначала правую, а потом левую бросаешь. У меня, если что, до последнего динамита был у тебя в руках. А модельки, что ты ее бросил, не было. Два часа. Конечно. Да, они уже вроде как больше и не спаунятся. Ремки нет? Mm-mm. У меня есть. Ты остальное вернулся? Нет, не спорю. Да вроде и все. Настоящий спецназовец. Ну это легчайшая победа. Вообще не почувствовал. Ну первые пару ночей они такие и будут. А они из ямы, что ли, вылезали? Чё они тут такую яму проделали? Динамит. А, это мы динамитом. Ну да, но урона там по зданиям много. О, там, кстати, месторождение железа открылось. У нас около базы есть железо. Тут тоже будет. Тому много надо. Вообще тема, да, такую яму делают? Можно вообще сделать базу под землей? Нет. Они это... под землей копают. А так, чтобы они шли и спускались. Ну, не динамит надо, потому что надо что-то, что не рушит структуры. А нам дадут награду за то, что мы пережили? Нет. Нет, какую награду? Ты что? Лучше награду, потому что ты пережил. Я по поводу, короче, ну, дома там жгут, пока я себе наложу на ногу, а он меня ушиб. Покусали? Так, когда он мягнулся, он вздохнул ногу как раз. Так а там у нас есть этот гипс.
Не, ну это гипс, но это когда уже перелом, а у меня просто, ну, просто вывихло пока что. Чекнем, ну он наложится. Интересный гипс. А, по-моему, кто-то уже схавал, а не вот он. А, ну он. Ну это нельзя будет использовать. Я помню, на это не увлек. Странно, и шина бы нельзя. Блин, надо еще. Че будет? Смогу делать пятую броню. Смотрю, какая тут где-то яма образовалась. Тяжело. А зачем тебе пятая броня? А это разве не топовая? Нет, топовая шестая. Но выше, чем пятого уровня, вообще не скрафтить ничего. А шестого надо находить. О, есть какая-то фигня, железнолом. Крон на 15% больше на железо. Это мод. Кирку его ставишь. Вот кирок бы всем наделать, конечно. А, это мне, наверное, надо долбать или это учить. Сейчас выучит это, у меня как раз есть одно очко. Вы создаете плохие инструменты качества 2. На нее железа много надо, на кирку. Ну там вроде не особо. 30 слитков на одну. Ну это мало. Фига себе. И как этот перелом?